Нужны робаксы, и ты не знаешь, где самый лучший сайт? А я тебе отвечу. Лучший сайт — это rbx.camp. Ведь на нем выгодный курс, очень быстрая выдача, которая после оплаты идет за 0,01 секунду, и это реально проверено в моем видео. Также rbx.camp проводит розыгрыши робаксов в группе ВКонтакте и в Дискорде. Также помни, что единственный домен сайта — rbx.camp. Остерегайся мошеннических сайтов. Приятнейшего просмотра. Огромный приветос, на связи Вадимос. Сегодня наступил тот день, когда на канале стукнуло... Что? Нет. 40к. Вот. Ну и как обещал, мы открываем вот этого товарища. Вот. Кстати, напишите, продолжайте спидран. Мне просто впадло. Нет, на самом деле нет, просто... Просто пока винду переустановил. Небольшие траблы, поэтому немножко не играю. Ну, уже могу играть, но впадло. В общем, напишите, продолжаем спидран или нет. Или вообще опять новый аккаунт создаем. Да. То, что тут слишком долго затянулось... Потому что первые два дня были просраны. Ну, вы поняли. Ладно, поехали. Итак, напишите, кстати, что здесь может выпасть. Может, вы станете предсказателем Вангой номер 300-700-49. Именно поэтому, сейчас, прямо сейчас, напиши, что отсюда выпадет. Вдруг ты угадаешь. Такой пишешь, ха, я знал. Вот именно сейчас спускайся и пиши, иначе все, иначе ты скамер. Поехали, раз, два, три, четыре, пять. Все, если написал после этого, ты скамер. Поехали. Итак, что же нам выпадет? Демонтек, 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 пожа, 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 пожа. Пожалуйста, демонтек. Итак, пока ничего интересного не наблюдается. Вообще, сейчас глянем, что нам нападает. Может, вообще тут нет смысла ставить плентеры? На этих ананасах каких-нибудь, да? И вообще на этих полях. Может, вообще этот плентер с камеры, типа, от него толку, как от тузика-грелки. Итак, смотрим, что нам выпало. Вы у меня внимательные. По-любому. Что-то заметите, что я не замечу. О, ну Purple Potion выпал, это уже окуп, считаю. Loaded Dice, 12 часов нектара, и все. Вот мне интересно, вот если бы меня не обнулили за Inject Cosmos один раз, серьезно, больше не было, то как бы была обстановочка сейчас здесь? Наверное, было бы все по-другому. Но это мы уже никогда не узнаем. По-моему, ничего крутого не выпало. Так что, как там Аннет говорил, используй этот урок так, как жизнь несправедлива, и все. Вот, живите с этим. Ну, кстати, печенек дали 9 плюс... Сколько? Чё, 9 всего лишь? Серьезно? 9 штук всего? 12 софтваксов, это вам поможет с квестом Райли. А я хоть его убрал? Скажи, что да. Хорош! Все, он у меня был, фух. Можете поздравить, не лоханулся, как говорится. Так что, ха-ха-ха, лох не будет. Что можно сказать? Сомнительно выпало, но в любом случае, это плентер, который нам что-то дал. И такой еще хотя бы мы получим. Кстати говоря, вот в этом паке дают их целых сколько? Штучек 10? А, да, мало, но 10 шансов на хорошую вещь неплохо. Опа, на стунчик. А это мы уже застилим за кадром. Ну что ж, все, пишите, продолжайте спидран. Кому интересно, какой квест спирита, это, по-моему, 7-й или 8-й, или 9-й. Мне вообще, как говорится, сказать бы вам. Ну, очень интересно, но в вики заходить специально не буду. Вот. Выполню его, в принципе, могу и сегодня, и завтра, ну, уже купить палку. Вы просто напишите, продолжаем спидран или нет. Просто перерывчик был, считай, недельку. Ну, чтобы восстановиться новыми силами. Поплейтайму-то, мы же поплейтайму смотрим. 8 дней как было, так и есть, так что вот. Все, вы досмотрели. Сейчас мы застелим росточек, поэтому вот. Рекомендую пока подписаться на канал, оставить свой этот комментарий. Потом, что, в телегу зайти? А, ну в Дискорд тоже, потому что в Дискорде происходит всякая вакханалия. У нас самый свободный Дискорд в мире. Таких, наверное, уже мало осталось, но вот. Именно при входе туда вы можете быть посланы, но при этом... Посланы никуда. Правильно, за получение новой роли. Вот и задумайтесь. Везде ли такие дискорды добродушные? Конечно же нет. Поэтому все, все ссылочки в описании. Если хочешь буст, пиши в ВК, от 1 000 000 рублей делаю. Ну, не меньше. Ладно, в каком-то случае от косаря, но так от 1 000 000. Все, ребят, всем счастливо. Досмотрели, благодарю. Увидимся, давайте, пока.